Живописное место недалеко от пляжа Дааза. Турслет начинается с построения и представлений команд. Всего их 6. Андрей Шаманский участвует в таких соревнованиях первый раз. Командный дух есть? Конечно. Команда у нас «Форвард» называется. Так что все в порядке у нас. Задание для команд несложное, но, как полагается, на турслете есть обязательное спортивное ориентирование. Другие состязания тоже оттачивают навыки туриста, такие как сбор рюкзака или разжигание костра. Для них это мероприятие важно очень. Они находятся на природе. Все-таки общение – это самое главное для них. Не столько важно, за какой период времени, за час они пройдут, за 2 часа. Главное – участие, главное – вместе командная работа. Призы за участие, фонарики, дорожная подушка, конечно, пригодятся туристам. Но главный подарок всем – это традиционное ухо. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.